сейчас еле держит сзади, ты только за нее должна держаться. Она дает себе маять эту опору. Вот возьми с двумя руками за нее, вот за ту веревку, за одну. И почувствуй, как она тебя держит. То есть твой центр тяжести должен уходить вдоль этой веревки в ту сторону. С той веревкой сзади. Это помогает. На нее ты просто упираешься. И потом, когда ты схватишь веревку дальше, я не стою. Как впечатление? Классно. Аттракцион «Достань инструктора» называется.